рождения. А сегодня у нас, кстати, сразу же два праздника. И день рождения города Москвы, и день рождения телерадиоканала «Страна FM». Друзья, ну какой же день рождения без подарка? Правильно? Да. Поможете мне сделать подарок для страны? Да. Это будет вкусный пряник. А я стоял, молчал и слушал, что говорила ты, сжигая все мосты, что все прошло. Не будет лучше. Москва, мы всегда доги-доги, мы всегда ваши песики, это очень круто. Москва и страна FM, с днем рождения, всего вам самого лучшего, процветайте, как, собственно говоря, вы делаете. С днем рождения. На седьмом этаже за 7 часов счастья, спасибо тебе, и знаешь теперь, увидит бы вновь тебя, я вроде знаю, что такое любовь. Прямо сейчас на сцене Лера Москва, и я вижу, что всем нравится ее выступление. Здравствуйте, как вам концерт? Очень хорошо на душе, прекрасно. И заодно поздравляем любимый телерадиоканал «Страна FM» с двухлетием. Нам 2 года. Пожелайте нам что-нибудь, нам будет очень приятно. Здоровья, процветать и всего-всего самого наилучшего. Супер, а теперь танцы! У-у-у! Болею, я тобой болею. Дорогая любимая страна FM, я вас поздравляю с днем рождения, с днем города. Вы мне как дом. У вас всегда так уютно, так хорошо. Спасибо вам, что вы есть. И тут нужно начать петь. На седьмом этаже за 7 часов счастья. Спасибо тебе, и знаешь теперь, увидит бы вновь тебя. Я вроде знаю, что такое любовь. Вот, друзья, такой замечательный праздничный пряник сегодня у нас получился. И, конечно же, мы вместе с девчонком дарим его телерадиоканалу «Страна FM». И пусть у нас будет много таких классных зрителей и слушателей, как вы. Да? Да. Поехали, а теперь как репетировали? Я люблю «Страну FM». Привет. А можно для меня на бис, пожалуйста, ребята, это очень круто. Да, вместе со мной, хорошо. Раз, два. Каплю на Феррари. Раз, два, три. Каплю на Феррари. Нет, нет, Феррари, Феррари. Каплю на Феррари. Феррари, Феррари. У меня хорошо получается. Все, берите меня в следующий раз в свой тандем. Супер, круто. А, кстати, как там на сцене энергия, атмосфера, эмоции? Все отлично, все отлично. Раскачали Москву как следует? Москва нас раскачала, а не мы Москва, да. Все, супер, спасибо, это было круто, я видела, верьте мне.